хорошо, Полин, что ты занялся этим вопросом, потому что сейчас КВН очень популяризируется не только в учебных заведениях, в принципе, везде, и в селах, и во всех районах Казанской области. Тем более у нас есть такие хорошие кураторы, как Форум Комендантского края по КВН, они редактируют ваши заведения, я знаю, тоже. Это большой плюс для института, большой плюс для ребят, которые получат достаточно много опыта для дальнейшего участия в нашей большой семье КВН.